Леониду. Спасибо. В музей. Конец Новосибирск, красивая женщина, девушка есть. Тебе не нравится дым черствый, он убивает слова, как голова. Уже Ростов сидит по дорожке, между нами чепапа. О чем с тобой говорить, потерять? Быть не с тобой, перестать дома спать. Нас не измерить на нас, а сейчас зачем ты давишь, а только сам. Есть Казахстан, я хотела бы подарить маленький кусочек из теплинства, уюта и тепла. Прекрасная девушка, богини, участница конкурса, финалистки Мисс Сибири 2016. Роя Тюмень! С днем рождения! Парами, парами на берегу, чайки парами волны бегу. Парами, парами знаешь, люблю, не верю твоим словам, не верю. Это реально крутой праздник. И, Роя, это я бы всю жизнь мечтал бы отпраздновать праздник так, как ты. Я тоже. Практически единогласное мнение жюри. Первый титул на нашем конкурсе «Мисс Сибири 2016» вручается прекрасной девушке. Она представляет город Новосибирск! Талантливо во всем, шикарно в танце. Телеведущая. Браво, браво! Браво, респекты! Вы знаете, я много конкурсов провела. Вот этот состав, мало того, что один из самых действительно красивых, честно могу сказать, но и самые такие девчонки позитивные. Влюбляются не в лица, не в фигуры. Они всего лишь маски, миражи. Влюбляются в шикарные натуры. Влюбляются в симфонию души. Браво! Будьте вы такими! Браво! Браво!